Чебоксарах проверяют состояние искусственных неровностей или же, как их называют в народе, лежачих полицейских. Такие элементы дороги принуждают водителей снижать скорость. Но на некоторых улицах искусственные неровности установлены с нарушением установленных нормативов, отмечают в Общероссийском народном фронте. Это показали и прошедшие в Чебоксарах рейды общественных активистов. После того, как дороги ремонтируются, мы, эксперты, выезжаем и проверяем эти дороги. Если взять улицу Чернышевского, то там есть искусственная неровность, которая не соответствует ГОСТам. Автомобили просто по нему пролетают и не останавливаются. По правилам, искусственные неровности устанавливают на участках с интенсивным движением машин, а также перед школами и нерегулируемыми пешеходными переходами. Лежачие полицейские должны ограничивать скорость автомобилей до 40 км в час. Проблемные адреса в администрации столицы пообещали взять на карандаш и оборудовать дорожные неровности в соответствии с ГОСТом. В городе Чебоксары 105 искусственных дорожных неровностей на уличной дорожной сети города. 56 из них совмещены с пешеходным переходом. Там, где произведен ремонт, там, естественно, уже в соответствии с требованиями ГОСТа приводится в соответствие и делается искусственная дорожная неровность.